В Петропавловске среди 5 колледжей проводится конкурс профессионального мастерства WorldSkills. Более 30 студентов принимают участие на областном этапе по 4 IT-компетенциям. Это графический дизайн, веб-технологии, сетевое и системное администрирование и разработка мобильных приложений. За состязаниями будущих IT-специалистов наблюдала наша съемочная группа. Лучшие студенты 5 учебных заведений по своему IT-профилю заняты различной работой. Это и разработка торговой марки, дизайн сайта и упаковка, создать сайт и сделать к нему верстку, а также создание мобильного приложения по заявленной теме. Демонстрируют мастерство ребята и в работе с сервером и сетевым администрированием. На базе нашего IT-центра, центра компетенции при нашем колледже, проходит данный конкурс, данный чемпионат. Все участники, общее количество 32, по 4 компетенциям на 4 площадках и работают по своему направлению. На каждой площадке у них разные задания, разные модули. Шерхан Женис – студент высшего колледжа по специальности вычислительная техника. Участвует в конкурсе, чтобы проверить свои знания и силы. Его цель – попасть на республиканский уровень. А его задания состоят из 2 модулей. Само задание состоит в следующем. Нужно настроить одноранговую сеть. Есть главный сервер, и к нему подключены 2 ноутбука. Получается, нужно создать коммутируемую сеть через маршрутизатор и сделать с помощью роутера выход в интернет. На выполнение заданий ребятам дается 6 часов. По 100-бальной шкале работу студентов будут оценивать строгие жюри из числа преподавателей и социальных партнеров колледжей. Победители областного этапа будут защищать честь учебного заведения на республиканском уровне. Наталья Аитова, Анатолий Белонок, служба новостей.